Ребята, всем добрый день. Сегодня покажу вам, который прибор заработал у меня 200 тысяч. Как думаете, какой из них? А, прибор заработал. Каждый прибор, ребят, что-то заработал, правильно? Я считаю, как бы, я когда прикинул, сколько может вообще прибор заработать, немножко схватился за голову. Вот этот прибор заработал больше 200 тысяч. Он маленький. Я его когда-то покупал. Как сказать? Самый первый, можно сказать. Ему уже не знаю сколько лет. Вот. Мультиметр маленький, он в ладошку вмещается. Во-первых, удобно взял куда-то, провода отдельно. Провода уже ломались много раз. На морозе особенно ломаются. Вот. Какие преимущества у этого прибора? Преимущество у него, здесь стоит выключатель. Видите, включил, выключил. А вот, допустим, у этого прибора уже нет такого выключателя. И чтобы его включить, надо повернуть, да? Чтобы вам до сопротивления дойти, или для прозвонки, надо перещелкнуть. Если прибор выдерживает, начинают стираться вот эти контакты. Вот. Чистить надо или пропаивать надо, но это уже не вариант будет, конечно. Вот. Что дальше по этому прибору? Контакты так и не стерлись. Стерлась одна фигня, короче, где-то вот на одном месте там пайка была, немножко подтерлась эта пайка. Вот он что-то ерундил немножко, я подпаял. Ну, в общем, в основном нормально отработал прибор. Прибор самый простой. То я говорю, то, что он маленький, удобный. Вот. Ладошечка помещается. Вот такой вот он. Работает до сих пор нормально. Пищалки у него, правда, нету. Звуковой. Он уже разряжен, лежит у меня. Так. Что там кто-то отражается, да? Ну, 2000 кило. Угу. У него даже погрешности такой нет, вот от рук показывает даже. Ну, вообще классный прибор. В походных условиях классно. Почему он, ребят, заработал такие деньги? Во-первых, долго с ним я постоянно работаю. Во-вторых, я с ним пошел в мастерскую, в первую. Вот. И там зарабатывал на сварочных аппаратах. Ну, вообще на все техники, прозвонки там, все такое. И на сварках больше, конечно, он отработал себя. Вот. Приборчик классный, удобный, работает до сих пор. Вот этот прибор тоже классный. Я его брал уже, когда работал тоже в мастерской. Вот, мне нужно было мерить емкость, мерить то все. Ну, подсветка, она здесь не нужна, в принципе, никогда этой подсветки толком не пользовался. Прибор тоже удобный, экран большой, пищалка есть, все есть. Вот, щупы его родные что-то быстро вышли из строя. Потом подбирал другие. Разболталась вот здесь вот эта вот штука, сломалась. Вот здесь переставил я вот эти вот местами. Короче говоря, что-то не какие-то неудобства этот прибор испытывает. Больше, конечно, с щупами. Вот. По вот этой шкале вроде бы неплохо работает. Ну, вот так вот, ребят. Прибор, в принципе, удобный. Ну, как сказать, вот. Большой. Редко, когда нужно, конечно, емкость что-то там померить. До 200 микрофарад якобы меряет, но мне кажется, останавливается где-то на 150, больше не тянет. Вот. Мегаом он меряет. Вот это вот более-менее до 200 мегаом. Это, считай, мегаометр хороший. Удобный. Ну, говорю, у каждого прибора свои какие-то нюансы есть. Я все думаю, еще до сюда щупы какие-то другие купить, еще попробовать. Может быть, пойдут. Вот это не родные щупы, но они такие мягкие, удобные, хорошие резиновые.
Вот, так что, ребят, если есть возможность, конечно, берите вот с таким выключателем. Ну, может быть, где-то здесь. Мы вот на такой прибор делали отдельный выключатель, чтобы не запускать его через вот эту вот систему, вот так вот. Чтобы вот здесь он стоял, выключатель. Такие уже были у меня с приборы. Вот. Но у меня этих приборов уже было много, как бы. То один спалишь, что один потеряешь, что кто-то украл, то еще что-то. Всякое бывало. На работе как-то пришел. На работе оставляли прибор, утром пришел, прибора нет. И никто не знает. Вот такие вот дела. Ну да ладно. Прибор недорогой. Ничего страшного нету. Ребят, кто без подписки, подписывайтесь. А то смотрят без подписки, ни лайки, ни подписки не ставят. Ставьте лайки, подписки, распространяйте. Все это интересно. Вот. Я еще много чего буду показывать. Много что есть. Кто-то спрашивает какие-то вещи. Я по возможности стараюсь ответить или показать. Вот. Так что вот, увидели, какой прибор в этот раз. Решил вам сейчас заснять вот по-быстрому. Так что вот такой прибор. Самый простенький. Заработал 200 тысяч. Я примерно посчитал, ребят. Это классно. Даже за него гордость берет, и я его сейчас теперь уже берегу, можно сказать. Ну все, всем удачи. Подписывайтесь, ребят.